Продолжаю свое видео. Добрый вечер всем. Как я уже говорила, вот там внизу, где я сейчас снимаю первые кадры, это древний город. 3000 лет тому назад был город. Вот там дальше чуть-чуть, это у нас цементный завод, где выпускают цемент. Вот там причал, и там причаливают разные-разные корабли с разных стран. Вот там дальше идет деревня, деревня. Она очень большая такая, где у меня есть 4 видео, 5 видео. И мы ездили, я снимала вам, я поставила туда. Вот. Это вот с одной стороны, вот так вот мы приехали на самую вершину. И я вот так вот вам сниму сегодня. Здесь очень красивый вид. Вот это вот я говорила, где жил от этого города, вот на этом курганчике, вот тут вот он. Я сейчас подойду поближе, вам сниму его. Вот этот вот курганчик, вот где он. Вот он, курганчик, где жил ихний правитель. Это был его дворец там. Там были всякие коммуникации, там было все правительство и все окружающие там люди. Это было на холме на том. Вот. Вот это вот все было древнее поселение вот здесь вот. А вот там вот строится внизу, где вот это вот видите белое такое желтое, это строится новая дорога, новый мост. Идет туннель через всю гору. Несколько, вон сколько, я не знаю, наверное, 1 километр, идет туннель, и идет вот туда новая дорога в горы. Это строится для того, чтобы не ездили большие грузовики и большие машины, в город не заезжали, для того, чтобы было все чище и аккуратнее. Вот такие вот у нас горы высокие. Вот. Это очень здесь красиво. Вот опять же что-то дуб здесь греческий, на котором растут желуди. Большой такой вот он вырос из кустарника. Даже слышно, как завод работает здесь. Вот такие вот. Вот такие виды здесь красивые. Здесь вот эти вот бойницы построили в 1940 году, когда сюда пришли в Грецию итальянские завоеватели вместе с немцами. И здесь у них был центральный командный пункт по осмотру этой местности, потому что здесь море открытое. Вот эти бойницы. Здесь море открытое, и здесь можно было видеть все до мельчайших подробностей. Я еще говорю вам, кто едет в Грецию, возьмите с собой бинокль, чтобы это все видеть. Бинокль вам поможет рассматривать все дальние точки. Как-нибудь я попрошу своего мужа, мы поедем вот туда, вот, которую я приближаю деревню, вот туда. Там очень красивая местность, там очень красивые горы, там очень красивая деревня. Я когда поеду, я вам сниму обязательно. Вот там вот на вершинах этих гор зимой. Сейчас там облака затянуло все, и там снег. Вот такие вот. Там очень красивые туристические базы. Отели там есть. Туда ездят, очень любят греки ездить отдыхать зимой. Вот и здесь тоже. Это вот старые уже развалины от церкви. Но это был древний такой, как склад. А теперь сделали. Старая вот эта постройка, ему уже, наверное, лет 200, вот этой построечки, она уже вся рассыпается, ее не собирают, ничего, так и оставили. Вот здесь вот такие вот деревеньки, красивенькие, в горах. Воздух здесь чистый, хороший, спокойствие. Вот мы стоим вот так вот высоко, и вон там вон внизу обрывчик, вот так вот. А если полетишь, далеко улетишь. Такие вот деревья здесь большие.
красивые. Вот. Ну, теперь я буду сейчас, я пойду в другую точку, буду вам снимать город. Это будет отдельное видео. Я в этом видео с вами прощаюсь. Всем счастливо и оставайтесь, если хотите.